В ТВК произошли изменения, поменяли секретаря ТВК, поменяли нескольких представителей от партии «Батьковщина» и от партии «Укропа». Как вы относитесь к этим изменениям? Вроде бы люди выполняли достойно свою миссию. Ну, я считаю, что основной урон – это смена секретаря, который позволял комиссии в условиях саботажа со стороны, в том числе, главы комиссии, все-таки проводить заседания. Я, как человек, который активно вместе с кайворожанами добивался перевыборов, помню, что буквально на волоске стояли некоторые решения, и только активность и принципиальность секретаря помогала добиться законного решения. Когда пытался сбежать голова, когда он прятал печать, когда он не появлялся, я думаю, что это свидетельство того, что предвыборные договоренности о сотрудничестве, о борьбе против местной мафии практически расторгнуты. И я думаю, что, возможно, здесь будет игра, в том числе, и которая будет потом интересна, полезна, к сожалению, Вилку. Но что касается Укропа, я надеюсь, что ветеран АТО, насколько я понимаю, там предложен, все-таки позволит как-то компенсировать потерю двух фаховых специалистов, что он все-таки своей активностью позволит каким-то образом сгладить тот перевес, который сейчас получил ОПА-блок фактически.